Приветствую всех любителей вин. Неожиданный выпуск. Вчера открывал бутылку вина. Франция. Значит, тут... Что бы тут вам рассказать за него? Лагасан. Название. Это из Бордо. Категория AOC. Сорт винограда 90% Мерло и 10% Каберне Савиньон. Ну, вчера я его дегустировал. Вот и решил поделиться впечатлением. Стоимость его 1500 рублей, $20. В нем, кстати, обнаружилось немножко винного камня. Но это... И вот я решил оставить грамм, не знаю, 100, наверное, для обзора. Не знаю, будет видно, там немного камень винный. Почему я решил записать обзор на это вино? Потому что оно недорогое и за свои деньги более-менее нормальное. Его можно порекомендовать, если... Конечно, и это не какое-то там особое вино, которое я бы сказал, что вот прям оно мне понравилось, но это за приемлемые деньги более-менее неплохое вино. Так как сейчас... Я обратил внимание, в супермаркете столько продают ерунды всякой, и найти что-нибудь интересное, это надо из 10 или, может, 1-2 попадется нормальных. В принципе, в этом заключаются мои обзоры, что если вы заходите в магазин, забиваете определенное вино, и оно там появляется в Ютубе, не на английском, а уже на русском языке, вы сможете ознакомиться с моими, как сказать, впечатлениями. Так, значит, по поводу цвета. Обычный такой цвет, как всегда, красный, темный рубин. Аромат приятный, никакой спиртозности нет. Тут 13 оборотов спирта. Во вкусе легкие танины. Чувствуется вкус мерло. Винограда. Каберне Савиньон вообще не чувствуется. Тут она выдерживалась, это вино выдерживалось в дубе, если не ошибаюсь, там 5 месяцев. Я где-то нашел информацию. Оно не задубленное. В принципе, я вот остался доволен. Так что... Такой у меня короткий обзор. Пробуйте. Кстати, его немножко надо охлаждать, чтобы не 22 градуса было, а хотя бы 17-18. Оно тогда намного приятнее. Температура подачи. С мясом пойдет. Даже очень. Так что у меня на данный момент все. Всем спасибо.